спешите делать добрые дела. С начала проведения специальной военной операции на Украине дети Юрянского района Кировской области писали письма солдатам. Письма были доставлены с гуманитарной помощью и переданы им лично в руки. Все письма прошли лично, каждый вот как раз каждому раздавали письма, каждый их читал. В общем, конечно, большое спасибо. Так сказать, даже некоторые дети пишут, взрослые так не могут писать, такие слова передают. Как бы иногда же слеза наворачивается. Вроде как бы дети маленькие, там 4-5 класс, а вот такие слова, да. Конечно, очень сильно благодарны им за это. И уже в рамках всероссийской акции «О береге добра» ребята написали письма детям Донбасса и Луганска. Это действительно была акция «Дети детям», а сотрудники Юрянской детской библиотеки помогли в этом. Дети пожелали здоровья, счастья и мирного неба над головой. Но в особой поддержке нуждаются, конечно же, дети-солдат СВО. Для них из цветной яркой бумаги обучающиеся начальной школы видеостудии «Стоп-кадр» сделали «О береге добра». Пользу акции трудно переоценить. Связь любви, доброты и надежды почувствовали все ее участники. И те, кто создавал «О береге» и писал письма, и те, кому их вручали. Гонец пришел, его впускайте. Спешите делать добрые дела. Любовью время наполняйте. Дорогие друзья, мы вам хотим подарить эти обереги доброты. Их сделали сами дети с любовью и лаской. Пусть эти солнышки вас согревают. Пусть не кончится война, наступит мир, и тогда папа всегда будет рядом. Спасибо. Спасибо. Моего папу зовут Лёша. Он был на войне, он был ранен. Сейчас он служит в армии. Мы долго его ждали и очень сильно любим. Делай добрые дела, любовью время наполняйте. Спешите делать добрые дела, ведь завтра день не повторится. Дорогие ребята Кировской области, спасибо вам за ваши теплые слова. От себя желаем вам хорошо учиться, слушайтесь родителей. За нас не переживайте, победа будет за нами! Служи, солдат! Мы верим в победу! Открытою, чтоб дверь была, когда любовь в сердца стучится.